у вас узнать, будут ли открываться рабочие комиссии для журналистов? Будут. А когда? Да хоть завтра. Как на первую комиссию у нас как появится, и сразу мы вас пригласим. Хорошо, спасибо. Еще раз хочу подчеркнуть, что публичность, открытость работы Саратовской городской думы, она приветствуется, и депутатами, да нам скрывать нечего и незачем, и мы хотели бы, наоборот, через средства информации получать обратную связь, правильно мы идем, получаем ли правильные, значит, ориентиры в своих движениях, в принятии тех решений, которые мы уполномочены по нашим, так сказать, законным, так сказать, возможностям. Ограничения, которые до этого существовали, они были связаны только с карантинными мероприятиями. Сейчас ситуация нормализуется, мы будем открыты и так далее, будем с вами встречаться, будем давать всю информацию, поэтому никаких препонов, ограничений я здесь не вижу. Все, отлично, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Хорошо.